Добрый вечер. Сегодня будет видео о нескольких вещах. Во-первых, о Еве и во-вторых, о Форексе. И, в общем-то, оно будет обоим одновременно, потому что я примерно теперь понимаю, как можно совместить полезное с приятным. Вот. Приятно это Ева, полезно это Форекс в этом случае. Смотрите, короче, мне вот сейчас несколько людей писали, которые хотели бы научиться или чтобы я поделился с ними опытом о Форексе. Я каждому пока что отказал, потому что мои мотивы не были, чтобы это каждому лично объяснять, научиться чему-то или вот именно конкретно вот Форексу. Я хотел бы это вести, эту беседу именно публично, чтобы вот мы вот абсолютно с нуля начинаем с человеком разговаривать, общаться на тему Форекса, и это как бы все записывается, потом это в монтаж, и потом выкладывается как бы обучающий ролик. Ну, не то, что обучающий, а как бы именно вот этот процесс, чтобы был задокументирован. И вот на это пока еще никто так конкретно не согласился, поэтому я спрашиваю вас, кто бы готов из вас был бы вот стать именно вот этим человеком, кто хотел бы вот от А до Я пройти вот этот весь процесс, как я его понимаю. Именно как я его понимаю, потому что чтобы я мог вам это, ну, конкретно передать, это должно делаться, как я это хочу, как бы, потому что если вы, как вы хотите, тогда вам надо самим это полностью учить. Но именно чтобы я мог передать вот именно мой опыт вам вот так вот. Поэтому это надо делать будет примерно, как я это делал, и, ну, чтобы это было как максимально эффективно с моей стороны. Вот. У кого есть интерес поучаствовать вот в этом процессе, я бы очень рад был бы, если бы вы вот, ну, отписались бы, и я бы вот с вами были, ну, конкретно вот занимались бы тем, что вот начинали там открывать счет у Форекс-брокера. Именно с нуля, вот как это происходит, там выбор брокера, потом какие стратегии существуют, мы поговорили бы, какая бы подошла бы стратегия именно вот к торговому стилю, минусы, плюсы, эмоции, что, ну, вот это вот все-все-все вокруг, около, да около, да? И вот это вот как бы все скомпоновать в видеоролик. Вот. Счет я бы предпочитал бы не демо-счет. Ну, изначально, да, будет демо-счет открыт. Этот демо-счет будет чисто, чтобы обучиться там первым командам, там, что такое sell, buy, order, да? Но в дальнейшем я бы настаивал на том, что чтобы вы, вот кто согласится на это мог быть несколько людей. Мы можем каждый раз вести стрим и такую групповую беседу. И я настаивал бы на том, что мы бы открыли бы брокеровский счет сентового вида. Это значит, например, вы там вложите $100, условно говоря. Вот, ну, блин, у кого есть вот $100 есть, вот как бы минимум, минимум подход, там тоже $100 вы должны вложить, как бы, ну, чтобы уже как бы конкретно реалом торговать. И вот эти $100 будут считаться как бы как 10 тысяч центов. И как бы вот так вот, да. И это можно, с этим уже будет работать, потому что это будет как бы эмулировать 10 тысяч долларов. Ну, есть такие брокеры, короче. Это мы тоже выясним, поясним все. Ну вот. И вот как бы кто хотел бы вот это вот пройти, вот этот весь процесс, я бы хотел бы, чтобы конечная цель была, чтобы вы смогли сделать себе свой советник, это вот программа, которая автоматически торгует, делает сделки, чтобы вы могли, чтобы вы были в состоянии сделать себе вот такое вот. Именно не как программист, а чтобы у вас было понимание, как это работает, что надо для этого сделать, там какие условия. Я бы хотел бы это вместе, вот именно чтобы мы вместе написали вот стратегию, описали стратегию, какие условия должны соблюдаться и. И потом вот это сдать тоже в скомпонованном виде, все вот как техническое задание, и сдать это тоже программисту, чтобы он это сделал. Может быть, даже кто-то из вас найдется здесь, кто этим занимается, как бы, ну, на добровольной основе, как бы это публичный проект сделать, вот так вот, да? Вот. Это вот мой первый этап, который я хотел бы осуществить, чтобы вот найти с первого человека, который готов бы, реально, это очень много времени будет, вот реально, вы думаете, это так, тяп-ляп, нет, это вот реально много времени, вам надо будет конкретно вникать в эту тему, вам нужно будет понимать, что такое там сервер, как обращаться с сервером, там, remote desktop, вот это вот все вещи, это мы будем все с вами
с нуля делать. Мы с вами приобретем виртуальный сервер, где установим там также эти все машины, которые нужны будут. Ну и пошло и поехало, да, как бы все, как бы полностью от нуля до конца. Вот так вот. Кто готов этот процесс пройти, это очень нудный. Ну не нудно, это очень интересно, это, ну, скажем так, сложный процесс будет, потому что, ну, у меня лично так опыта нету в обучении. Не то, что обучение, а вот именно конкретно объяснять, как правильно, да. И как бы я не педагог, который идеально может объяснять людям и вот так вот, да. Я бы хотел бы сам это попробовать. И надеюсь, кто-то найдется из вас. Так, об этом. Потом. Давайте сейчас коротко поговорим о Еве. Как это можно совместить вместе? Была такая вот идея. Вы знаете, что такое реферальные ссылки, да? Сейчас не подумайте, пожалуйста, ни о чем, то, что там я хочу где-то что-то вот именно заработать или еще что-то, вот денег на ком-то. Пожалуйста, не думайте это, потому что, ну, в этом нет вообще необходимости. И это чисто... Я думал, как можно совместить вот Форекс с Евой, вот эти две части, чтобы они были постоянно вот в взаимодействии, да, как бы была какая-то связь. В принципе, этой связи вот сейчас нету, потому что, ну, это абсолютно разные вещи. Но так как мы с вами являемся игроки Евы, и вот мы как бы, ну, соединились с этой игры, я бы хотел бы эту связь продолжить и как бы углубить. Как это можно будет сделать? Смотрите, вы интересуетесь Форексом. Вы интересуетесь Евой. Я вам могу показать вещи в Форексе. Вы можете вот эти вещи, которые вот мы будем на этом видео обсуждать вот с человеком или с людьми, которые вы можете их тоже себе повторять, потому что это будет так сделано, чтобы вы могли это все повторить. Там не будет ничего спрятано, там все будет абсолютно открыто. Как и что, и, ну, будет, да? И вот. Я бы хотел, чтобы вот побольше людей участвовало в этом. Если мы решимся на этот шаг и... найдем там сентового брокера, это наверняка будет один из русских брокеров, там, ну, риска, скажем, $100, это абсолютно нулевой риск, даже если брокер кинет. Но что я думал, как бы я раньше это делал тоже, ну, только в масштабах, как бы вот так вот, да, как бы вы даете себе ссылку кому-то, он открывает... счет, тот же самый сентовый счет, там никаких нормальных, никаких больших сумм, пожалуйста, мы будем только торговать с маленькими суммами, чтобы это как бы оставалось игрой. Кто хочет заниматься этим профессионально, пускай занимается как бы вот, ну, на другом уровне, пожалуйста. Вот, короче, открывает ту же самую ссылку, тоже повторяет за нами, тоже там экспериментирует что-то, но при каждой торговле вы так и так, все равно, пришли вы через ссылку или не через ссылку, вы платите комиссию брокеру. Вы по-любому платите комиссию брокеру. Только в этом случае, если вы пришли через эту ссылку, вы будете эту комиссию, там, одну часть комиссии будет перечисляться на такой, ну, вот, скажем, счет, куда будет падать комиссия, да? И я просто так подумал. То, что рано или поздно я все равно вот буду создавать свой альянс, как бы свое сообщество, потому что, ну, я туда как бы движусь, я для этого создаю условия, и... это будет, я в этом уверен, я это знаю, я уже, в принципе, готов к этому. Я просто подготавливаю еще все последние вот кусочки, как бы, обеспечение людей сервисом торговли уже, как бы, ну, разработано. Стройка, вот это обустраивание системы тоже уже есть конкретное понимание, что где надо. PvP-контент. Вот сейчас я в данный момент нахожусь осваивание, на русском, не знаю, правильно сказал, осваивание, вот так вот, PvP-контента, ну, и опять же, как вы видели, вот эти окна, это опять все в очень масштабном контенте, ну, очень масштабном все, потому что, ну, я не люблю вот браться и делать там вот чуть-чуть, вот, да, вот там взял, пошел, покопал немножко, или что-то сделал, чуть-чуть, я люблю это все время сразу масштабировать, делать много, чтобы это было сразу эффективно. То же самое вот... Данила был у меня тут, и тоже вот, ну, печка, если выпекать печку хлеб, то там сразу промышленные печки. Если там что-то делать, или трактор какой-нибудь там для газона, то сразу такой конкретный трактор, который, ну, конкретно работает по-большому. Ну, не вот эти маленькие штуки. Если бензопилу, то сразу штиль 800-ую. Как бы вот так вот, да, ну, маленькие тоже есть. Просто имею в виду, что я вот...
Сейчас болтаю много, но я хочу этим сказать то, что я привык, и у меня это хорошо получается. Именно вот это масштабные работы. Не мелкие, а именно масштабно. И я думаю, вот это я буду тоже внедрять вот в Альянс. Именно все масштабно делать, чтобы не понемножку, а сразу конкретно вот взял, сделал. Чтобы, ну, был какой-то результат виден был. Ну вот. Короче, смысл в том, что... вот эти, это там реально будут падать центы, там не богатым не станешь, ничто, это реально вот игровая сумма там будет, ну блин, я не знаю, там может быть доллар в день, ну я не знаю, смотря сколько людей к этому подключится, да, но вот эти доллары, которые там будут потом выводиться из этого счета, я бы хотел бы использовать именно на пользу Альянса. Как я это хочу использовать? И... я хотел бы это использовать так, чтобы это будет все официально через ЦЦП сделано. Это не будет никаким-то РМТ там через черные рынки. Нет. Это можно будет легко использовать, во-первых, даже на проплату аккаунтов. Чтобы их оплачивать, чтобы не экстра, ну, не высасывать с них скиллпоинты, чтобы иски как бы не выводились из игры, опять в игру как бы. Чтобы они, короче, в игре оставались, чтобы подписка была оплачена. Вот это уже один способ. И вот эти вот иски, которые, ну, на пользу Альянса, там, на структуры, на вот это все пускать. Это один из вариантов. Или если уж нас очень много, вот нас очень много, вот это по эти, это вообще зайдет эта тема, да. Я думаю, вот эти деньги просто накопить, это все будет документировано, это все вы будете видеть на стримах, вот эти все счета, то, что там будет падать, вы увидите, что это копейки, если мало людей. Ну, я думаю, если там накопится нормальная сумма, ну, не знаю, $1000, скажем, вот так вот накопится, то можем сделать вот с этих $1000, можем сделать вот чисто вот встречу, вот. Встречу вот этого сообщества, которое там вот сформировалось, кто в этом были, как бы, кто в этом участвовали. Я вот так вот думал. Если такая вот сумма наберется, что вот тогда сделать вот встречу там, вот, ну, какую-то вот где-то, и вот на эту сумму как бы посидеть. Приятно всем посидеть вот так вот, да. Это вот, я уже так делал несколько раз. Мы с друзьями так тоже открывали счета. Еще поначалу, в начальные годы, когда еще друзья тоже торговали, мы также торговали, все, говорили, вот, короче, наша цель в этом месяце заработать там каждый по 300, каждый по 100 откладывает вот на общак. И мы потом вот эти 100 брали, ездили там в Голландию, там, на, ну, вот так вот, да, короче. И было очень интересно было вот это вот, потому что эти деньги, они как бы вот и... ты их тратишь как-то вот совсем по-другому, ты как-то с удовольствием тратишь, тебе какая-то вот особенная польза от этого приходит, от этих денег, потому что как ты их заработал, ты как бы в этом участвовал именно вот как-то активно. И ты их заработал так не чисто физическим путем, а как-то вот легким путем, оно как бы, ну, от души как бы ты их отдаешь, вот очень приятное чувство это вот, когда вот так вот это идет. И вот так вот, короче, я хотел бы это сделать. Да, так... про Форекс я сказал, про Еву я сказал то, что как я хотел это совместить. Теперь еще хотел бы поговорить о вообще о Еве, в общем, насчет вот этого вот PvP-контента, насчет вот этого вот всего, то, что сейчас в данный момент происходит. То, что я вот не согласен с одним мнением, то, что люди так вот разговаривают о skill yourself. Вы этот альянс наверняка знаете, это как они числятся, как бы там самый скилловый альянс в Еве, и пошло-поехало. Ну, они сейчас распались. Ну вот. И сейчас, как бы, они вообще как бы типа становятся такие, как легенды, типа, да. Я вот с этим полностью не согласен, потому что я призываю вас, включите здравый смысл, из чего этот альянс состоит вообще или состоял. По сути дела, это паразитированный альянс, потому что, смотрите, туда сбегали все игроки, которые, скажем, ну, хорошо себя могли вести в PvP-контенте, да? Они все были PvP-контент, и они там как бы концентрировались, этот весь PvP-контент, они все туда шли. Ясно дело, они всех на всех матчах, ну, на всех битвах они укатывали, потому что они просто, ну, были лучше. А почему они это делали? Потому что мы с вами... заботимся о других людях, а они нет. И это паразиты самые настоящие. Потому что они, значит, себе не брали всех игроков, о которых надо также заботиться, и все вот эти, скажем, человеческие нужды, ну, новичков. Это. Они себе брали уже, скажем, готовые, которые мы с вами обучали, которые с нами росли, а потом оттуда уходили. И как бы
можно сказать, это даже, блин, грубо говоря, предатели. В каком-то смысле это те же самые предатели, которые сами против своих же потом и шли на войну, да, воевать. Как бы обратите на вот это вот внимание, и это у них шло сколько там, 2 года или сколько они там существуют, не знаю. Хорошо, пока император, в этом случае это Митани, не решил, короче, закатать. И вдруг у них нету времени в реалии, как бы, и все, они закрываются, они дисбанятся, хотят уйти на хорошей ноте. Ясное дело, на хорошей ноте уйдете, если вас закатывают. Как бы, оставайтесь в реальности, да, вот. Скиллы, они скиллы, это как бы, не надо с них ничего такого особенного делать, потому что монотонность, она всегда приводит к тому, что это сама себя вырождает, и как бы это нехорошо, как бы монотонность вот эта вот. Она в природе никогда не выживает, и тут она тоже не выжила, вот как мы это сейчас видим, монотонность. Слушай, если только там будут только суперскилловые, то это очень скучно, и как бы, ну, нет, это в этом нету смысла именно такого вот. Короче, я сейчас просто не хочу злыми словами говорить, потому что как они действуют, вот это вот все, как бы, да, и, ну, это в моих глазах это просто предатели, которые идут против своих, вот так вот. И в этом нет ничего достойного, как бы, это вообще недостойно. Окей, на этом я закончу это видео, и, короче, вот, ну, надеюсь, кто прослушал это до конца, или хотя бы вот эту первую часть, обращайтесь. Буду очень рад, если вот кого-то найду, что вот именно конкретно готов вот проходить это публично, этот процесс. Вот, и будем с вами вместе действовать. Вы сейчас вот видите, у меня тут на заднем фоне вот работает одна программка. Это сейчас, я так сейчас отодвину, давайте. Это вот сейчас, например, один из тех примеров. Сейчас тестируется тут стратегия. Вот, это одна из банальнейших стратегий, блин. Банальных стратегий. Очень простых стратегий, которые работают. Ее надо просто правильно рассчитать. Как бы по чуть-чуть дозировать надо это все. И вот сейчас, например, я просто запустил как бы такой бэкграунд. Я просто смотрел, Буренка все время запускает там копку. Он в спейсе копает там орка или чем-то. Я теперь буду запускать мои графики. У меня тут тоже копается, деньги добываются виртуально. Вот, ну вот просто посмотрите результат. Это сейчас ничего, ни о чем не говорит, я просто вам хотел показать, как бы вот, экран от меня далеко, поэтому я одеваю окуляры мои, и просто, вот. Ну, это вот анализ, вот это тоже потом мы будем с вами проводить анализы этих графиков, сделок и, что, где, как происходило. Вот, это все сделки, которые были сделаны. Я просто запустил, типа, чисто вот с 1 января. И дошли мы до 5 месяца, да. Но это минимальный риск, как бы один к одному. Просадка была 727, а профит был почти 790. Как бы один к одному. Ну вот, на этом смысле вот, обращайтесь, мы с вами сделаем. Я уверен, что мы можем и добьемся вот именно позитивного результата. И, блин, я бы хотел очень вот поделиться своим опытом, вот именно как это может работать, и как это будет работать у большинства, и как это не будет работать у большинства, потому что у меня есть этот опыт вот именно с людьми, которые вот делали так и так, и вот я это видел на глазах, как бы, что происходит и как происходит. Да. Все, на этом жду вас. Все.